Если родина не права, надо родине сказать, что она не права. Но это же все равно ты не отказываешься в этот момент от родины. Это в том смысле, что она права или не права. Все-таки родина – это очень много всего. А да, что здесь... такое родина для вас? Родина для меня – это пространство возможностей. Это пространство коммуникации. Это пространство любви. Ну, то есть это связи, взаимосвязи. Ну, смотрите, по сути, вы их не решены, зная, что ваша родина сейчас не права. Ну, не прав Путин и какие-то еще люди, которые его поддерживают. А родина тут ни при чем.